Трифонова Валерия на конкурс «Дети читают стихи». Эдуард Успенский. «Рассеянная няня». По бульварам няня шла, няня мальчика везла. Мальчик в саночках сидел, мальчик в саночек слетел. Видит няня, легче стало и быстрее зашагала. Побывала на базаре, посмотрела на товар. Потолкалась на пожаре, ведь не каждый день пожар. Соли в лавочке купил и хозяйственного мыла. Там же встретила куму, разузнала, что к чему. Мимо шли солдаты с строем, каждый выглядел героем. Из-за строя наша няня в ногу шла до самой бани. Развернулась не спеша, смотрит, нету малыша. Где же я его забыла? Там, где покупала мыло, у ларька на тротуаре. Просто так на мостовой? Или, может, на пожаре смыла мальчика водой? И в недоумении няня битый час глядит на сани. Ну а мальчик у ворот 2 часа как няню ждет. А домой идти боится, дома могут рассердиться. Скажут, как же ты гулял, если няню потерял?